и ветеранов праведные лики, особенно которых больше нет. Когда опять подходят даты эти, я почему-то чувствую вину. Все меньше вспоминают о победе, все больше забывают про войну. Никто из нас за это не в ответе. И сам с собой веду я разговор. Так много было войн на белом свете. Так много лет уже прошло с тех пор. И, как обычно, вспоминаю папу, вернувшегося без обеих ног. Как поднимался он легко по трапу, как танцевать он на протезах мог. Идут по телевизору парады, горят в архивных фильмах города. Тем, кто остался, раздают награды. И кажется, что было так всегда. Война еще исчезнуть не готова. Те годы — миллионы личных драм. А потому давайте вспомним снова всех тех, кто подарил победу нам. Когда гулять на майские поедем, веселые, довольные вполне, давайте скажем что-то о победе и вспомним хоть немного о войне. Внимание! Минута молчания. Спасибо. С праздником Победы! С праздником Великой Победы! Доли своей
тебя, поля, кругом бушует пламя, и пули свистят. Натали Балтийской международной академии. Руководители Наталья Сиберга и Ирина Уткина. И Александр Казаков с группой «Даба».